Всем привет, с вами Прия. Много новостей прошло за все это время в Warcraft, как касательно Battle for Azeroth, так и касательно живых серверов, которые радуют нас своими различными исправлениями и инновациями. И весьма интересная вещица, которую стоит рассмотреть, которая ведется с среды, это Cross Realm Mythic Antorus, что означает кросс-сервер на мифический Анторус. А, собственно, ситуация сейчас обстоит так, что мифический Анторус можно закрывать только с участниками своего сервера. То есть люди, играющие на Гордуне, могут закрывать контент мифический только с теми, кто играет на Гордуне. Аналогично, кто играет на Дракономоре, тот и кроет на Дракономоре. И с завтрашнего рестарта серверов можно будет ходить в Анторус, конкретно мифический, с участниками других серверов, то есть люди, играющие на малозаселенных серверах, которые не могут найти себе гильдию для мифического рейдинга, рандомов даже для мифического какого-то рейдинга, покорения рейда и убийства первых боссов, смогут исправить это дело и начать покорять мифические рейды. Первые боссы весьма простые, требуют лишь маленько тактики, маленько наличия мозга, и все прекрасно убивается. Так что дерзайте. Думаю, в первые дни заранее собранные группы будут переполнены всякими вот этими. Мифик на трех боссов, мифик на пять боссов, мифик на 6, на 7 боссов. Ну, само собой, конечно, будут требовать высокий item level, но те люди, которые играют с самого старта Анторуса, думаю, уже заимели себе и тысячные тринкеты, постарались в этом, и заимели различные легендарки, которые являются самыми лучшими для их текущего класса. Да и другой остальной эквип, все-таки Мифик Плюс система, она продолжает радовать нас своими какими-либо проками высокого эквипа, и налутать что-либо оттуда весьма реально и весьма возможно в текущем контенте, в текущий момент. Ну и ХМ рейды аналогично, проки различные. Теперь же разработчики дают право людям с малозаселенных серверов усилить своего персонажа путем походов в мифические рейды с случайными людьми. Будьте осторожны, так как, заходя в рейд, вы принимаете КД, и подключиться к какому-либо другому рейду с КДшечкой, с сохранением на рейд, уже будет невозможно. То есть, с каким рейдом вы начали покорение мифической сложности, с таким вы и должны продолжать. Так что постарайтесь попасть в группу псевдо-статика. Желаю вам в этом удачи, всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, не забывайте про эту киберспортивную гильдию, не забывайте вступать в нее, смотреть события различные, также на ВК-группу подпишитесь, там всякие розыгрыши, может, скоро стартанут, и интересный контент присутствует, и всякие анонсики стримов, конечно же, куда без них. Не болейте, до скорого.